Для японских представителей известной моторной фирмы «Тест-драйв» по Дону в новинку. Водные испытания на выносливость катеров местного производства обязательны. Качество водных судов должно отвечать всем требованиям будущих партнеров. И, судя по одобрительным рукопожатиям на берегу, соглашению быть. После первого впечатления, поговорив с мистером Корочинским и работниками завода, я обрел уверенность, что наш совместный бизнес будет развиваться. Крупнейший японский производитель лодочных моторов выбрал «Алюму» для совместной реализации катеров с моторами в комплекте. В серийном производстве донской компании 5 моделей алюминиевых катеров. С начала года продано больше 70 единиц самой популярной модели. Производство работает в две смены, выпуская 4-5 катеров в неделю. В следующем году планируют увеличить мощность до 30 в месяц. Уже заключены контракты на поставку в Европу. Совсем скоро 12 катеров отправятся в Литву. Мы приняли решение не продавать отдельно корпуса. Мы продаем готовую лодку, которую можно сразу спускать на воду и эксплуатировать. Поэтому в лице партнера компании «Yamaha» мы ожидаем, что вот совместный продукт будет очень востребован на рынке и найдет своих заказчиков. Перед заключением договора сотрудники компании прошли онлайн-обучение в японской фирме. Поставщики двигателей щепетильно относятся к качеству установки своего продукта. Например, это касаемо крепления, да, то есть они, как официальный дилер, будут предоставлять специальные пластины для установки двигателей. То есть без этой пластины, скажем так, это установка двигателя становится длинной, затянутой, скажем так. С готовой пластиной просто сверлится отверстие уже стандартное и все. В ближайших планах «Алюмы» – создание новой модели. 12-метровая мини-яхта сможет отправиться в многодневное путешествие. На нее установят два двигателя «Yamaha» по 350 лошадиных сил. Тестовые испытания планируют провести до конца года. Сергей Мирошниченко, Анатолий Рашевский, Дон-24, Ростов-на-Дону.